В класс пришел приемный ребенок. Большой цикл семинаров для психологов образовательных организаций и социальных педагогов стартовал в октябре в Подмосковье. Говорили о поддержке детей из приемных семей в Щелковском лицее номер 7. Целью данного мероприятия является помочь социальным педагогам и психологам школ найти подход к детям, которые пришли в новый класс, приемным детям, поскольку дети уже имеют свою определенную психологическую травму, и поступление в новый коллектив, в новый класс очень тяжело переживают, из-за чего начинается много проблем у ребенка. Комфортные условия образования прежде всего зависят от обстановки внутри коллектива. Быть новеньким в классе часто это настоящее испытание. Если ребенок пережил стресс в связи с потерей родителей, например, или передачей опеки над ним другой семье, ситуация вдвойне серьезней. Вы, как социальные педагоги, как психологи, работающие в образовательной организации, это первый помощник для классного руководителя для того, чтобы оказать содействие и помощь вновь прибывшему ребенку, который оказался в сложной ситуации. Своим опытом с педагогами поделились те люди, которые ежедневно работают с приемными детьми и сотрудники службы сопровождения замещающих семей. Уважаемые коллеги, нам нужно помнить о прошлом, о том, что все дети-сироты, они травмированы и имеют состояние депривации. Об этом важно говорить. Минсоцразвитие региона планирует проведение таких тематических лекций в школах вплоть до ноября. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.